Ладно, ну у нас была, вот, например, интересная казарма. Она располагалась на набережной Мариса Тереза. Сейчас, по-моему, Софийская уже вернулась название. Это прямо напротив Кремля, напротив Спасской башни. Слышны куранты. Можно, забыл, сколько времени посмотреть это самое за окошко, и увидеть, сколько на Спасской башне показывают. Да, это? Вот. И это вроде хорошо, но иногда бывало и грустно. Так посмотришь, посмотришь, думаешь, а у тебя-то жизнь собачья. Отбойно спать тебе не хочется, доносит ветер звон курант. Такая ночь не скоро кончится, о чем задумался курсант? Увы, не физик и не лирик ты, ни хулиган, ни дипломат, а лишь с портфелем чище выбритый академический солдат. А по реке ложатся он близки, как на погонах белый кант. Москва уснула, только он не спит, о чем задумался курсант? И будут девочки потертые ловить тебя на перехват. Зачем не спишь ты ночь четвертую, академический солдат? Увы, не физик и не лирик ты, не хулиган, не дипломат, а лишь с портфелем чище выбритый академический солдат. Песня о самоходе, это значит самовольная отлучка. Ну, короче говоря, когда без разрешения куда-нибудь убежал. Был пойман вечером, а днем у генерала был прием. И генерал кричал, я так и знал. Я накажу вас, апока, я отправляю вас в войска. Вы служите, мы вас подождем. Прошло еще 4 дня, и снова вызвали меня, и генерал кричал, нехорошо. Сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять, вас офицер в казарме не нашел. Я 30 лет до эполет служил, забыв про белый свет, зато хош и дурак, но генерал тупой до слез, я службу нес, а вы я рапортом донес, что вовсе к вам доверие потерял. Я вышел злой, без всяких мер, но курсовой мой офицер тотчас себя поставил мне в пример. Он, и деколь разрешения нет, не бегал даже в туалет, хоть был готов, как юный пионер. И через час от этих слов я тоже был совсем готов, и через черный ход я в самоход. За 20 бед один ответ, ви от Дзержинского привет, взаимно согласимся на развод. Нас проводил Грачев отец, и мы сказали хором мы конец последним нашим сборам. Прощай, калужская земля, учебные площадки, казарма, стрельбище, поля, гранаты, лопатки. Прощай, Ермолино, где я по правде даже не был, навек прощай, постель моя, детище шир по требам. Здесь Закурдаев нас учил быть стойким, храбрым воином. Здесь часто дождик нас мочил, июльский беспокойный. Здесь курсовой наш офицер, помощник верный зака, чтобы нам показывать пример, ползком ходил в атаку. Здесь были сборы, были мы, и были, слышишь, Боже, здесь ядовитые дымы, но отпуск будет тоже. Здесь было много от тюрьмы, но отпуск будет тоже.
Нам уже перешло за 20, животы набирают вес. Не стареет один Бонифаций, футболист, хоккеист и балбес. Мы устали, мы можем сорваться, мы психуем по делу и без. Но спокоен, как пень, Бонифаций, футболист, хоккеист и балбес. Если выпито кружек за 20, если ты к туалету полез, кто там спит на полу? Бонифаций, футболист, хоккеист и балбес. Мы устали, мы можем сорваться, мы психуем по делу и без. Но спокоен, как пень, Бонифаций, футболист, хоккеист и балбес. Вам с женой надоело ругаться, к ней последний пропал интерес. Кто ж поможет в беде? Бонифаций, футболист, хоккеист и балбес. Вы один, а противников 20, забывая про свой интерес. К вам на помощь спешит Бонифаций, самый лучший на свете балбес.